Приветствую вас, и ответом на вопрос, который вы задаете, послужит следующее. Сравнение поведения мужчины до того, как вы стали задаваться таким вопросом, и после укажет на вероятность измены его вам. Если мужчина стал больше времени уделять каким-то своим скрытым делам, стал прятать средства связи, перестал показывать вам свои звонки, переписки, чаты, разговоры, перестал вам говорить, где он, или говорить достаточно повторяющиеся, то есть одно и то же, стал меньше уделять вам внимания, стал менее востребован вас, то есть меньше нуждается в вашей ласке, стал более отчужденным, более отстраненным, часто задумывается о чем-то, вы чувствуете, что он не с вами и так далее. Все это намекает, может свидетельствовать о измене мужчины. Естественно, все эти свидетельства есть косвенные доказательства, и пока не будет выявлено до конца по факту, и была ли измена или нет, эти признаки рискуют оказаться всего лишь вторичным, потому как первичные признаки, то есть прямые доказательства измены, это всегда обман в первую очередь. Мужчина сказал вам, что он, допустим, будет там друзьями или дома. Вы туда позвонили, там его нет. И вот это уже практически прямое доказательство того, что мужчина изменил. Ведь зачем ему врать вам, зачем ему обманывать, где он, ведь он может понадобиться и так далее. Вот именно так и можно узнать, изменил ли мужчина. Надеюсь, вам понравился мой ответ. Если да, то сделайте его, пожалуйста, лучшим, буду благодарен. А если вопросы какие-то остались, обращайтесь в личку, помогу. Пока желаю вам удачи и всего доброго.